Привет, друзья! Немного найдется людей, которые считали бы насморк серьезной болезнью, но он отравляет жизнь практически всем. Помочь организму справиться с недомоганием, активировать внутренние силы на борьбу с насморком можно с помощью массажа специальных точек на лице. Точка 1. Если продолжить линию бровей, то эта точка окажется на пересечении с линией переносицы. Точка 2. Эти симметричные точки расположены на обеих сторонах лица. Чуть заметные впадины в 2 см от внешнего края брови. Нажимать их следует одновременно. Точка 3. Две симметричные точки у основания носа, возле края глазных впадин. Массировать одновременно. Точка 4. Симметричные точки в 0,5 сантиметра от крыльев носа. Как нажимать? Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение 1 минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений. Не имеет значения по часовой стрелке или против. Важно, чтобы было чувство давления на точку. Как это работает? Главное – правильный приток крови. Китайская медицина считает, что самое главное – это правильный приток крови к мышцам и тканям. Если где-то в организме происходит застой крови, то в этом месте может начаться заболевание. И наоборот, если обеспечить правильный кровоток, то организм сам способен исцелить болезнь. Поэтому массаж ключевых точек помогает восстановить самочувствие. Внимание! Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!